На прошлой неделе пешеходы опять попали в поле зрения сотрудников госавтоинспекции. Двое из трех пострадавших на автодорогах городского округа Мытищи передвигались по ним на своих двоих. 28 ноября в 21 час 35 минут женщина-водитель 1973 года рождения, управляя автомашиной «Шкода Октавия», двигаясь по Сташковскому шоссе со стороны деревни Болтино в сторону деревни Погорелки в районе владения 10 Осташковского шоссе, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне зоны действия пешеходного перехода. К счастью, в этот раз обошлось. Оказавшись на пути иномарки, молодой человек от медицинской помощи отказался. Ничего серьезного, счел еще один пешеход. Он не поделил с автомобилем улицу Летную. 29 ноября в 17 часов 25 минут водитель 1997 года рождения, управляя автомашиной Dodge Noun, двигаясь по улице Летную, со стороны улицы Мира в сторону улицы Щербакова в районе дома 21 по улице Мира, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства вне зоны действия пешеходного перехода. Пешеход от медицинской помощи отказался. 1 декабря вечером помощь сотрудников оперативных служб потребовалась на втором километре автодороги Беленинова-Повидники. Водитель Hyundai Solaris не справился в метель с управлением и столкнулся со «Шкодой Октавией». В результате ДТП пострадала женщина-пассажир 1987 года рождения, которая находилась в автомобиле Hyundai Solaris на заднем пассажирском сидении справа. С диагнозом ушиб головного мозга и кровоизлияния она была госпитализирована в Мытищинскую клиническую больницу. Сотрудники Мытищинского отдела ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными. Обращаясь к водителям, они напоминают, как важно читать знаки. Обращайте внимание на дорожные знаки. Особенно это касается перекрестка улицы Белобородова и Олимпийского проспекта, который многие водители ошибочно принимают за круговое движение и, соответственно, путают приоритет движения на круговом движении с проездом перекрестка. Пешеходам и вовсе не следует пренебрегать правилами дорожного движения. Если не планируете оказаться на больничной койке, переходите проезжую часть только в установленных местах. Надежда Трифонова, Константин Химичев, информационная программа «День».